Да. Это старые. Ну да. Да одна только что такая мимо нас проехала. Если я еще на эту улицу вижу. Тише. Давно я таких машин не видел. Вставай вон у столба, я тебя сфоткаю. Когда еще будет возможность здесь пройти? Да, посередине дороги. Так я тебе и говорил. Тут народище. На каждом шагу эти патрульчики. Да. Вот это вроде как для перевозки припасов разных. Там патронов. Это просто, скажем так, для перевозки солдат. Вот этот вот тележка. Вот этот. Ну как я просто знаю, что он был не просто для перевозки солдат. Мы можем как-то спросить. СТС. Это шейки. Тоже впервые. Это я беру. Это по... Ай, стоп. Это кажется, знаешь? Что? Это же с лодкой. Не знаю. Ну, там просто кабина. Вон, видишь там кабину? Это же лодка. О. Можешь попробовать, никто ничего не скажет. О. Там экран есть для контейнера. Это все грузовая уже идет, мне кажется. О, вот сразу. Следующий сразу видишь, что его. Вон. Это очень хорошо бронировано. Хотя вся военная техника хорошо бронирована. Если я тут в конце... Парочки бегали? Парочки.
какая-то, короче, хранилка. Ну, там Америка. За ними. Похоже на джип. Десантный. Будешь откинуть вообще. О, а вот и фуска. Все. Опа. Какой? Ой, еще один. Да. Десантный, так скажем, транспорт. А, круто. Или что-то типа того. Не знаю, почему я называю это десантный транспорт. Ну, почему вначале была такая более-менее произведенная? Только мы с тобой попали. Смешно. Ну как впечатление? Нормально. Нормально. Долго. Смотри, смотри, смотри. Видишь?
Закончился парад. Нормально. Ты как ожидал. Реально, последний это похоже на и. Че, пошли в Киномакс? Это с припасами, я же типа там. Слышь, я говорю. Пойдем прямо. Народу очень много, да? Слишком много. Не пройти ничего. Здесь он, например, только за офицером. Я вас все пропускаю. Ну да. Давай, ладно. Типа того. А мы где его в последний раз? Да он вот здесь шел, в первых рядах. Люди, мальчик потерялся 9 лет. Посмотрите вокруг себя, Назар. В пилотке со звездочкой и с портретом. Вроде на месте здесь. Уже он. Уже кто-то потерялся. Да. Уважаемые гости, дорогие ветераны,
Владимирцы, мы еще раз поздравляем вас с Днем Победы и желаем вам Владимирцы, сегодня в течение всего праздничного дня на концертных площадках для вас будут работать лучшие артисты и творческие коллективы города Владимира. Ну как? Нормально, только немного маски. Серега, стой там! Скажем так, ты сам Иди.
Ну как? Это тоже, кажется, похоже на десант, только для перевозки, короче, солдат. Тренированная машинка, так скажем. Так что вот. Без салатим ходи. Не проходите, я просто снимаю. Серега! Серега! А ты куда? Серег! Я с тобой долго буду ходить на час? Зачем ты пошел? Ну как там? Если честно, на БТР как-то не очень. Не очень? Ну как там много народу? Ну слезай. Да. Тебя кто угодно может забить и все. А че ты, иди, спрыгнешь. Оп, извините. Ну да. А эти всем говорят. Ну как у тебя впечатление? Ну непонятно. На светофоры смотрим. Да. Ну да. Вон, дикий трактор несется. Вот. Перед будничными теплые вечера и покрыть тревожной сон тишиной. Но вчерашних мальчиков гимнастерки новые и письмо от мамы с собой. Здесь всю ночь горела звезда.
Большого театра песни «Ариэста». Встречайте на сцене образцовый коллектив. Служите, все служили, но не верили.
конечно же, уступаем сцену другим замечательным артистам нашего города.